Всем доброго утра и прекрасного настроения. Сегодня день республики в Турции. Я бегу на встречу с девочками, которые проявили желание заниматься йогой. Ну, посмотрим, какие у нас будут результаты. Но я-то, в принципе, занимаюсь. Просто хотим как-то такое создать сообщество по интересам. Простыми словами, клуб. Утром я позанималась йогой, а сегодня вот вместе с ними попробуем, понравится им это занятие или нет. Собираемся на набережной, ну и по возможности покажу вам, чем мы занимаемся. Сегодня будет, я чувствую, очень насыщенный день, потому что такая погода, посмотрите. А вам желаю удачного дня и прекрасного настроения, мои дорогие. Общительный, и мне нужен обязательно выход из дома, то есть это не обязательно должны быть какие-то вечеринки и праздники. Хочется действительно какого-то клуба по интересам, то есть вот этого не хватает. Потому что праздник, действительно, все собрались, какой-то, ну, немножко балаган, в итоге сильно не пообщались друг с другом. Хочется вот общения, на самом деле, хочется дружбы, хочется женской, то есть какие-то, ну, такие моменты вот обсудить, да, там. В общем, я думаю, что спорт, он объединяет. У нас недавно была в гостях у меня Наташа. Вот так мы занимаемся. Кто из вас желает присоединиться к нашей команде, пожалуйста, приходите. Мы начинаем любить себя. Попробуйте еще вот так сесть, стопа к стопе. И вот так возьмите. Вот так мы сегодня провели шикарное время. Будем пить чай, кофе. Кто хочет кофе с молоком? Супер, девочки! У меня супер, девочки! Пока, девчонки, до вторника. Все, девчонки, так. Пока-пока. Пьем с Ашкимом кофе. С моим пирожным. Машка, ведь она бегает мой. Татлы. Бегендин Маджан? Лайк. А, понравилось ему. Бабике Гюзель. Сейчас мы хотим выпить кофе и пойти на набережную, там поснимать для вас что-нибудь интересное. Ярмарка у Ладжак Багюн? Фуат. Фуат. Ярмарка. Фуат ма? Фуат Иркек? Давай. Я опять перепутала. Фуат это имя. Фуар. 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 Sen her toplantıya fuar diyorsun. Her toplantı fuar değil. Говорит каждая, говорит, собрание. Fuar başka bir şey. Konser olacak, konser. Konser? Kaçta başlıyor? 8. Aa, şimdi erken gitmek değil mi canım? Tabii ki. 8 часов будет концерт. Herkes senin yerinde oturmuyor ki, çalışıyor insanlar. Сейчас говорит рано идти, а я хотела сейчас. Значит, у меня есть время поработать. О, супер. Fuat. Fuat. Как смеется вот своего турецкого. Виним турчи, чёрка за ляшком. Фуат. Приятного нам кофе питья. Друзья мои, решили со Шкымом поужинать и потом пойти так. Сейчас я покажу, что у меня сегодня какая пришла идея, что приготовить. Хочу поделиться с вами впечатлениями, как мы сегодня позанимались. Просто было супер. Сначала мы познакомились, рассказали друг о друге свою историю какую-то жизненную и решили, а также и причину, почему мы решили заниматься. И у каждого своя жизнь, у каждого своя история, но у нас была одна цель – объединиться и изменить себя, то есть начать любить себя.
после йоги мы занимались растяжкой. У нас одна из девочек, мастер спорта по акробатике, она такие трюки делает, вообще так кнется, такая вообще пластичная. И нас тоже растягивала. В общем, мы сначала думали один раз в неделю, а сейчас решили два раза в неделю заниматься. В следующий раз идем во вторник. Да, очень много хороших впечатлений. Конечно, устала я утром с утра сделала йогу, затем там с девочкой, потом растяжка, потом кофе, потанцевали, чай, все было так здорово. Я очень довольна и рада, у меня такое настроение позитивное, прелесть. Все, сейчас я буду готовить оливье. Я решила приготовить сегодня оливье. Смотрите, отварила 3 яйца, 3 картошки, 3 морковки. Нам на один раз хватит, вот так. Еще есть у меня суп. И еще есть фасоль, которую я сварила сколько дней назад, 2 дня назад, но вчера ее не ели один раз только. Так что будем доедать то, что есть, быстро я готовлю. И мы отправимся на набережную, на концерт, пойдем вечером. Решили после 8, так как в 8 начинается концерт, и в 10. Ну что там терять время, да, зря. Покушаем, потом пойдем. Идем с Сашкиным на концерт. Голоса нету, много пела сегодня сессия у Кашки Беби. Я хам были гзерон на маску. Впереди, и то хорошо, что мы пошли. Я действительно сегодня очень устала, сегодня такая была растяжка, руки болят. Где-то в камере, там впереди музыка. Ну и то хорошо, что мы прогулялись. Шкай, мам. Очень много поела почему-то я. Смотри, ничего, штаны висят, не страшно. К сожалению, на нашей набережной нету никого. Тишина, покой, все гуляют сами по себе, мои дорогие. Мы тоже погуляем, нам концерт не обязательно нужен. Все было днем, а мы прозевали днем. У нас другие планы днем. Вот такие вот мы сегодня. Вам не покажем концерт, вам, наверное, надоел концерт. Когда такие красивые видео про Мерсин показываю, снимаю. Куда-то едем с Ашкимом. Вообще просмотров нету. А какие? Как только скандалы, негатив, что-то плохое. Тут такие просмотры. Не понимаю я. Ой, собаки. Кошка. Кеди, Ашким, кеди. И кеди, мене кепут. Концерт устраиваем. Ну вот, что хотела сказать. Вот такие видео семейные, красивые. Мало кого интересует. Есть такие мне подписчики, как семья моя, которые ждут с нетерпением. А в основном все ждут какого-то шокового видео.
Эти кафе открыли новые, так интересно. Посмотрите, как все переполнено, друзья мои. Находится рядом с вами. Вы представляете, переполненное все. Первое. Трав называется. А эти что здесь? Это не такое. А здесь американский донор. Здесь раньше на этом месте был пустырь, парк. Так все быстро изменилось. Как быстро построили, кстати. Тут закрыто. Ничего нету. Классно, друзья мои. Мок, шмок. Пахнет парфюмом. Ресторан. Ашкам, ресторан, верим его? Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила!